Вчера смотрела фильм в интернете, документальный, о Николае II. И вот там приводятся такие данные, что за время правления Николая II в России, за 20 лет его правления, население России прибавилось на 50 миллионов человек. Вот это показатель. Ну, естественно, этот факт все знают, что в его времена его правления зарабатывала Россия на экспорте масла от производства животноводства и частных подворий гораздо больше, чем от экспорта нефти. В этой связи она вспомнила, что разговаривала с тетей Надей, когда мы жили на Орджоникидзе, в соседях у нас жила. И она застала, значит, и царя в детстве. Девочка, она в Сретенске выросла. И застала уже здесь, в Нерчинске, когда это времена правителей до Ельцина. И Таня спросила ее, в чьи времена, по вашему вот, усмотрению, жилось лучше. И она сказала, при царе.